здесь существенная разница. Несмотря на то, что девочки до 17 лет показывают очень хорошую игру, разница с Суперлигой пока большая. Начали мы с Олей Бирюковой, есть небольшие претензии к игре, но не в форме, будем работать над этим. А Арина в хорошей форме сейчас, после чемпионата Европы в хорошем настроении, помогла, стабилизировала где-то прием, добавила в атаке. Да, действительно, была решающая партия. Хорошо, что мы смогли отыграться, выдержать. Ну и первая получилась, я вам скажу, такая же. То есть там было, мы и вели, и надо было дожимать. Очень обидно, потому что мы в роли лидера, нам нравилось находиться и хотели победить сегодня. Те игры, которые мы должны были выиграть, мы выиграли. То есть ту задачу, которую мы поставили, мы ее достигли, и это радует. Команда Краснодара очень агрессивно играет, с хорошей подачей, с сильной атакой агрессивной, мощной, быстрыми краями. Поэтому очень хороший соперник, тяжело играть против них всегда. У них связки еще разноплановые, меняют рисунок, поэтому интересная команда. Давляет, ну это мое мнение, имена напротив. Все равно, важные моменты все равно мы думаем, да, что там напротив стоит Заряшка, напротив стоит Брисио, нам Фабрис. Из-за этого мы не можем показать просто хотя бы тоже то, что мы сами можем. Не хватает вот именно завершающего какого-то уверенного действия, которое приведет к итоговой победе хотя бы в одной партии. Но уровень команды, с которой мы до этого встречались, был все-таки ниже. Поэтому там было немножко проще. Да, конечно же, есть мандраж не только против опытных, а вообще, наверное, каждый матч. Но его легко преодолеть, если все получается. Это не так сложно. Да, Женя сейчас в Ярославле на восстановительных мероприятиях. Надеемся, что в скором времени присоединиться к нам. А пока работаем с одной связующей, подключаем иногда с молодежной командой связку. Без права на ошибку.